Вчера ночью кто-то из вас ходил гулять. Вопрос. Кто это был? Не, я вообще темноты боюсь. Страшно. Понятия не имею. Я спала? Мы все знаем, какими способами обычно пользуется мама. Если никто чистосердечно не признается, то будут санкции. Я не знаю. Ну, хорошо. За мной! Где ты была вчера ночью? Мам! Опять! Спала. Спала, мамочка. Спала. Куда ты ходила ночью? В туалет. Никуда я не ходила. Твоя сестра все видела. Да, не ожидала я от тебя. А которая из сестер? Ну да, я же в туалет ходила. Это была не я. Если ты скажешь правду, я куплю тебе то, что ты захочешь. Во-первых, это не работает, а во-вторых, я и правду же говорю, мама. Это я ходила. И куда ты ходила? Я Пинки Пай гулять ходила. Блин, так круто ты придумала подкупить ее. Ага. А то я уже испугалась, думала, она сейчас спалит.